В получении взяток подозревает руководителя Североказахстанского областного филиала Аграрная кредитная корпорация. Его задержала антикоррупционная служба. Выяснилось, что сельхозпроизводители платили от 100 до 500 тысяч тенге за беспрепятственное получение кредита. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Петропавловска. Эти денежные средства предназначались за положительное беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Петропавловск. Досудебное расследование продолжается.